Благодать Святаго Духа да будет с тобою, просвещающая, укрепляющая и вразумляющая тебя во все дни жизни твоей. Приводится Боголюбезнейший, избранный и нареченный, честный архимандрит Пантелеимон, Хиротонисатисево епископа, Богоспасаемого града Орехово Зуево. Яви нам еще, как содержишь канона святых апостол и святых отец, и предание, и установление церковное. К всему моему святые вероисповеданию обещаюся каноны святых апостол, седми вселенских и благочестивых поместных соборов и правила святых отец храните и соблюдайте. Вся я житие прияше и аз приемлю, и их житие отвратишеся и аз отвращаюся. Еще же обещеваюся предание церковное, уставы святые и чины всяко фаллические восточные православные церкви храните неизменно. Обещеваюся врученную ми паству по обычаю апостол посещати и назирати, как опребывают верние в вере и во исправлении дел благих, а наипаче иереи, и смотрите с прилежанием, учите и запрещайте, добросколы, суеверия и ереси не умножалися, и дабы противнее христианскому благочестию и благонравию обычаи не повреждали христианского жития. С противными церкви святей, с разумом и кротостью поступайте по апостолу Павлу, яко рабу Господню не подобает сваритеся, но тиху быти ко всем, учительну, незлобиву, с кротостью наказующую противное, едокако даст им Бог покаяние в разум истины. Вся же та, яко же днесь обещахся, до последнего издыхания ради будущих благ исполняти обещеваюся. Будеми, сердцеведец Бог, обещание моего свидетель. Воистине же и усерднем моем правлении и действии да будет сам той Спаситель наш Иисус Христос ми помощник, ему же купно со Отцем и Духом Святым, да будет слава, держава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благодать Святаго Духа через нашу мерность производит тебя, боголюбезнейшего архимандрита Пантелеимона, избранного епископа, богоспасаемого града Орехово-Зуево. Псалом 118-113 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Матфея 15 глава 6 стих. Вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Ну, а когда денег дают, ну, все-таки как-то, ну, хоть какие-то отношения. Не просто к себе, как к псу. Просто сразу пишут
такую как бы ориентировочную стоимость, вот 40 уст столько, вот бескровное поминовение столько, заказная литургия столько, можно пожертвовать. Это не обязательный платеж, но как бы то, что человек мог бы ориентироваться на какую сумму пожертвования. Не одинаково это коляненький? Нет. Да нет, вроде бы. Хотя бы денег всего с него взять. У них нет ни веры, ни совести, ни чести. А тут он все в целлофане с бантиком, да еще приходите еще. И мы вам рады. Что, бесплатный китайский ресторан? Дзынь, копеечка, дзынь. Свечной ящик на входе. Изобилие святынь, и недорого вроде. Парафина свечей от огарка до метра. Много разных мощей тухнут свечки от ветра. Что-то дьякон ревет непонятно, но громко. Кто-то сладко поет непонятно, но звонко, с нетерпением толпа под кадила подлазит, к чудотворным тропа. Вдруг кого-то кто сглазит, благодарных колец и браслетиков масса. Исцелюсь, наконец, есть для этого касса. Закажу 40 уст. Тут не надо скупиться, изгоняет и грусть вариант откупиться. Посмотрю на Христа в золоченом кивоте. Схема, в общем, проста, пара тысяч и сотен. Все в ажуре, дружок, тут бабуля подскажет. Мало свечек поджег, что ж начальник-то скажет? Видишь, кучка стоит. Вот туда отправляйся, голова, менингит. От икон исцеляйся. Тихо, тихо шурши ты, дружочек, украдкой для спасения души. Или столкнешься с касаткой. Будешь долго визжать от меня, сердобольный, не по мысли зажать. На нужду богомольной нет другого пути. В покаянии усердствуй, не за цену купи, а смиренно пожертвуй. Вот тарелочки вход, суетят прихожане, с кошельками народ, это верно, цыгане. В храме 10 минут, путь лежит снова к дверце, люди к Богу идут. Вера главная в сердце. Попрошайки на чай положу воскресенье. Банк, кредит выручай. Срочно нужно спасение. Матфея 21 глава 13 стих. Написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Яви нам еще, как и содержишь и каноны святых апостолов и святых отец, и предание, и установление церковное. К сему моему святые веры исповеданию обещаюся каноны святых апостолов
седьми вселенских и благочестивых поместных соборов и правила святых отец храните и соблюдайте. Вся я жити прияше и аз приемлю, и их жити отвратишеся и аз отвращаюся». Еще же обещаваюся, предание церковное, уставы святые и чины всяко фаллические восточные православные церкви храните неизменно. Вся же та, яко же днесь обещахся, до последнего издыхания ради будущих благ исполнять и обещаваюся. Будеми, сердцеведец Бог, обещание моего свидетель. Иеремия, 15 глава, 6 стих. «Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать».